Второй день, народ опять собирается. Погода офигенная. Куча детей. Устанавливаем конечки на свое место. Народ тоже собирается. Сразу чувствуется ювелирная работа. Возьмите ключ на 32. И если он не помещается, возьмите поменьше. А там все уже работает. 24. Не. Счетчик идет, все. Она уже снимает? Да. Надо против ветра вставать. А то он это. Ты его не подымешь так. Мы сильные, но... Видишь, все получилось. Как должно было все получиться. Да. Вчера было страшно, а сегодня очень страшно. Сегодня вообще там нормально. Он даже сам становится, а нет. Красота! Мне кажется, ты конечно. Отлично. Не надо, давай, нормально, оставляй так. Нажми. Вот это? Красно. Почти снарядили. Устанавливаем конечки на свое место. Народ тоже собирается. Сразу чувствуется ювелирная работа. Возьмите ключ на 32. И если он не помещается, возьмите поменьше. А там все уже работает. 24. Не. Счетчик идет, все. Она уже снимает? Да. А вот здесь, что здесь?
держится. Чтобы он его мотает с утра. Вот он за мачку схватился, зафиксировал, чтобы его ветром не тормозило. Надо развернуть, а то мы сейчас будем бегать тут, да? Ветерок-то. Ну да, надо против ветра вставать. А то он это. Ты его не подымешь так. Мы сильные, но. Видишь, все получилось. Сегодня должно было все получиться. Да. Вчера было страшно, а сегодня очень страшно. Сегодня вообще там нормально. Он даже сам становится. Красота! Отлично, давай нормально, оставляй так. Нажми. Вот это? Красный. Почти снарядили.